В этом году общественный молодежный совет при главе города обновился более чем наполовину. Из 14 участников – 10 новички. Работа совета началась с обсуждения конференции по выборам представителей от нашего города в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Евгений Осетров считает, что это должен быть безусловный лидер, который имеет за своими плечами большой опыт проведения молодежных мероприятий. Его основная задача за очень короткий срок – убедить представителей молодежи разных организаций за очень короткий промежуток времени. Поэтому здесь, конечно, без большого опыта, без умения выступать и без огромного багажа знаний никак не получится. Представлять интересы нашего города в законодательном органе региона – это шанс приобрести опыт нормотворческой деятельности и принять участие в формировании концепции региональной молодежной политики. Это уникальная возможность для представителя города Сарова повлиять на какие-то события, мероприятия, которые проходят на уровне области для молодежи. Соответственно, внести свои предложения и также обогатить молодежную среду теми мероприятиями, теми знаниями, которые есть в области. На очередном заседании обсудили правила участия в выборах. Выбирать будут из членов молодежного совета на конференции, которая пройдет в середине ноября. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.